Киса в цветах. Где киса в цветах? Нет. Нет, прямо здесь была. Где? А, вон лежит она. Лежит, ага, вон. В гости к нам пришла кисуша. Лежит, отдыхает. Красавица. Ну пусть лежит, чё? Не показывай тогда Эвелишке-то. Пусть она тут лежит. Звук я не выключила, не знаю. Лежи, лежи тут, отдыхай, лежи. Так, на, не трогай. Не отвлекайся. Красавец, ты какой красавец тут лежишь, какой ты красавец. Какой ты красавец тут. Какой ты тут красавец. Ой, ты какой красивый-то. Какой ты симпатичный-то. Мальчуган. Мальчуган.
Розочка отошла, слушай.
Так, сегодня что я хочу, чем заняться в саду? Папа убирает у нас дрова, которые мы привезли из гаража. Складывает. А я хочу вот здесь ясельник скопать. Вот этот вот ясельник. Я его когда-то пропалывала. Сейчас я, в принципе, я его перекопаю. И хочу пересадить сюда отростки мальв, которые я посадила семечками в прошлый год. Нынче они отросли. Нынче я хочу и вот их здесь посадить. Сейчас, в принципе, наверное, этим и займусь. Вот такая вот рассада мальв. Вот у них корневая система. Они, оказывается, длинные. Я не знаю, как я потом отсюда из рассадника их буду высаживать. Слышишь? Но я вот хочу их на рассаду рассадить вот здесь в свой ясельник. И потом уже на место их куда-нибудь. Пусть они еще подрастут у меня. Еще будут повзрослее немножко. Прям по одному, вот я беру и сижу прям по одному. Потому что пусть будут хорошие, здоровые растения. Хорошие, здоровые растения. Ой, не знаю, Стас. Да куда-то, наверное, недалеко. Я думаю, что нормально. Вот так я их расскажу что-то.
Ну что, мальвочку я расцедила. Вот, посадила каждую отдельно. Посмотрим. Это штук розы, или называются мальвы. Растут они длинные. Набрала я семечек просто во дворах. Посадила я под зиму. Вот они выросли. Я их рассадила, дам окрепнуть кустам, и потом посажу в то место, куда мне нужно. Ну что, собрались мы домой. Подводим итог дня маленький. Что я сегодня понаделала? Так. Вот здесь вот я посадила мальвы, там раскопала ясельник, что-нибудь снова рассажу. Видно будет, что еще не придумала. Так, турецкие гвоздики цветут. Так, и тут я прополола. Тут я прополола. Прополола, прополола. Так, все, у меня уже заплетается язык, видимо, руки напололись, сама напололась, и язык, видимо, устал. Не знаю. Наверное, мышцы связаны. Так, что еще? Вот сегодня я такая вот самоварная. Ой. Сегодня хорошо. Сегодня вообще шикарно. Мы съездили на пляж с утра. А под вечер приехали. Даже под вечер. А в часа в 3-4 мы приехали сюда. Солнца жаркого уже не стало, стало вообще шикарно, стало здорово, поэтому мы нагулялись, напололись, наработались, в общем, все понаделались, отдохнуть, не знаю, мои где-то тут бродили, наверное, отдыхали. Я еще хотела дополоть какие-то клумбы, не успела, ладно, потом дополю. Так, а еще, сейчас пройдемся еще. По саду задним. Ивелиш, давай собирайся домой, раз ты хочешь кушать. Так, пошли. Пошли уже домой. Пошли уже домой. Так. Сумка, а что она у меня там? И вот здесь я еще прополола. Посмотрите. Я так хочу, чтобы у меня зацвели уже рудбеки. Прям не могу. Хочу, чтобы уже зацвели. Ну давайте. Всем пока-пока. А кто гулял с нами, приятного просмотра.